То ли он наркоман, то ли в хлам пьян, не знаю, не понимаю. То есть он отключался? Да, он отключался на перекрестке, мне ребят сказали, уже вырубался. То, что водитель Матиза неадекватен, было понятно сразу же. Очевидцы говорят, что шофер малолитражки совершил несколько ДТП на улице Портовой, Тукае, Татарстан. Таранил весь транспорт, который оказывался на его пути. Свидетели аварии решили догнать нарушителя, пока тот не натворил еще больших бед. Он проехал на красный свет, и за ним еще проехали машины. Он весь побитый такой, там, короче, все понятно, надо было что догонять, потому что, да, без света не соблюдал правила вообще абсолютно, он очень сильно. Везде на большой скорости ехал? Очень быстро ехал. Пытаясь скрыться, виновник аварии нарушал все возможные правила дорожного движения. Очевидцы не отставали, одновременно подсказывая маршрут движения полицейским. В итоге на улице Гвардейской Матиз задел машину преследователя «Шевроле Лачетти». Лишь после этого малолитражку удалось зажать. Причина поведения беглеца стала понятна сразу же. В каком состоянии? В хорошем. Очень. Под кайфом. Под шофе. Ну, не трезвый. Там не трезвый, спиртным пахло? Да. Ну, либо наркотическое, спиртное опьянение, не знаю. У пьяного гонщика с собой не было никаких документов, поэтому его доставили в отдел полиции. Там стражи порядка выяснили, что разбитый Део Матиз принадлежит сожительнице водителя. По словам полицейских, женщина, как только узнала о подвигах суженого, сообщила, что малолитражку тот забрал у нее без спроса, и она намерена писать заявление об угоне транспорта. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».